Всем привет, и я хочу показать вам небольшой кусочек своего города. Это видео 13-летняя Маша Политикова записывала специально для шоу «Голос дети», как визитную карточку города. О том, что ею станет ее голос, Маша тогда даже не думала, но в итоге покорила и зрителей, и жюри. Я готовилась практически год к этому проекту, потому что я прошла кастинг в том году на «Голос дети 7», но до меня не дошла очередь, все команды уже были наполнены, и нас переставили на этот год. Я на самом деле очень благодарна Вселенной за то, что так случилось, потому что если сравнивать меня с прошлым годом и сравнивать меня в этом году, это просто небо и земля. Ее успех в Москве – это еще и успех всех преподавателей. Помимо чисто вокала, Маша сегодня танцует, поет в хоре и везде на первых ролях. Руководитель театра «Созвездие добра» Татьяна Червоненко называет ее суперпозитивной и светлой. Я Машу узнала до того, как она еще пришла в театр. Я ее увидела в летнем лагере «Звездный». Она впервые, впервые, но она вышла на сцену. Она была такая забавная, в каких-то разных кедах, такая смешная. И я еще тогда обратила на нее внимание, на эту девчонку, которая такая вот светлая и улыбалась, рот всегда был до ушей. Вот, наверное, взгляд на жизнь, вот этот позитивный настрой, он очень помогает детям продвигаться. Самое главное – это верить в то, что там впереди все будет замечательно и хорошо. Кто точно знал, что все будет хорошо – мама Маши. Как вспоминает Оксана Политикова, первый раз девочка запела во втором классе «Русские народные». Получилось отлично. Впрочем, только лишь пением девочку не ограничивали. Она вообще разносторонний человек, как вы уже заметили. Она побывала уже, мы с ней прошли, наверное, все кружки, которые только возможны. Как говорят, что ребенок должен до 10 лет попробовать все. Вот мы сделали, наверное, все возможное. Мы и гимнастикой, и танцами, и прикладным творчеством, и английским языком. То есть занимались всем возможным. Сегодня день ученицы 63-й Рязанской школы Маши Политиковой буквально расписан поминутно. Помимо эстрады, она еще вяжет и лепит из глины. И, как считает Маша, колечко собственного производства стало на шоу «Голос дети» для нее счастливым. Впрочем, подробнее о том, как этот телепроект изменил ее жизнь, смотрите в программе «Городские встречи». Выпуск с Машей в самое ближайшее время.